Итак, значит, у нас сегодня с вами тема очень простая. Я сегодня подготовила для вас ответы на несколько вопросов. В первую очередь, моей основной целью было пригласить сегодня на школу партнеров, которые только заключили контракты, купили пользовательское соглашение с компанией. И сейчас у вас, конечно же, самое большое количество вопросов, что делать, как делать, с чего начать, куда двигаться. И, конечно же, из того списка, который я сегодня вижу в комнате, я вижу, что пришло также большое количество тех партнеров, которые уже купили пакеты мастера и начали активно строить свой бизнес. Особенно мне приятно видеть, что здесь сегодня находятся люди из наших дальних регионов. Было бы очень приятно в чате увидеть, какие сегодня города и страны с нами на связи. Пишите, пожалуйста, свои города, так для того, чтобы была понятна та география, которая сегодня присоединилась. Ну и, слава Богу, то, что вы сами сможете увидеть, где сегодня активно развивается наша команда. Отлично, мне прям приятно, супер, класс. Итак, значит, мы с вами на пороге чего-то нового, очень большого и серьезного того, что происходит с нашей компанией. В связи с тем, что мы в команде работаем уже более 4 месяцев, вот уже 5 месяц практически подходит, мы прекрасно понимаем, что все то, что происходит, оно уже настолько мощно и настолько глобально, что это уже не остановить. Развивается бизнес компании World GMN очень быстро и очень стремительно. Но я прекрасно понимаю, что то количество новых людей, которые сегодня только пришли, еще не до конца освоились с нашей компанией, естественно, на всех этих глобальных моментов до конца не понимают. Мало того, что не все на сегодняшний день имеют опыт ведения бизнеса в сетевом маркетинге, и, возможно, вообще многие никогда бизнесом не занимались. И именно поэтому очень много непониманий, как и что делать. Поэтому в рамках сегодняшнего обучения я в первую очередь постараюсь ответить на вопрос, какие 5 действий запустят ваш бизнес, что открывает ваш денежный поток и как это сделать. И давайте приступим. Значит, в первую очередь я сейчас хочу обратить внимание на то, что большую часть информации, которую я буду давать в самой первой части, она касается именно тех людей, которые только-только подписали пользовательское соглашение за $39 и находятся на пороге того, что буквально вот в данный момент времени у них появился свой сайт, своя реферальная ссылка, и что же надо сделать. Итак, первое, о чем мы сейчас начнем говорить, о тех самых важных 5 действиях, которые ваш бизнес запускает. И в первую очередь, ребята, это бизнес начинается с тех шагов, которые так необходимы. Если вы сейчас их пропустите, то вам потом все равно придется к ним вернуться. Итак, первое – это технические действия. Какие же технические действия вам необходимо совершить сразу, как только вы получили свой прекрасный сайт? Значит, как только вы в него заходите, мы сегодня все видим, что компания нас очень просит сделать 2 простые вещи. Это загрузить документы. И есть такие вот волшебные кнопочки, с помощью которых вы можете это сделать. Значит, какие документы и о чем идет речь? Все очень просто. Вам нужно взять свой российский паспорт, ну или паспорт образца той страны, где вы живете, и сделать скан всего лишь навсего 2 страниц. Первая страница – это там, где ваша фотография со всеми вытекающими оттуда последствиями. И вторая страница – это адрес вашего места жительства, то бишь штамп с пропиской, где вы живете. Если в данный момент у вас по каким-то причинам нету постоянной прописки, то вам необходимо предоставить документы, скажем, за квартплату того места, где вы проживаете, и прикрепить их туда. И пусть будет именно этот адрес у вас указан в профиле. Все документы, которые вы сюда помещаете, пометьте, что вы загружаете паспорт, документ номер 1, документ номер 2, и нажимаете вот эту волшебную зеленую кнопочку. Значит, все, у кого нет звука, ребят, значит, напишите кто-нибудь в чате, всем, у кого нет звука, или перезайдите в комнату, или зайдите с другого браузера. Потому что вот в данный момент, не поверите, я сижу с браузера Internet Explorer, он работает гораздо лучше сегодня, чем, например, мой Google Chrome. Так, значит, всем остальным, кому еще плохо слышно, на это также влияет, ребята, скорость интернета. Если у вас интернет очень слабый, то да, вы будете слышать, к сожалению, не очень. Ну, что могу сделать? Так, дальше поехали. Как только вы загрузили свои документы, свой паспорт, свою почту, свой паспорт, нужно обязательно подтвердить адрес вашей почты. Дело в том, что компания на сегодняшний день
сделала очень простую вещь. Она каждого из нас при регистрации просит указать свой e-mail для того, чтобы с нами иметь обратную связь. Вы знаете, мы сегодня с вами живем в 21 веке, и поэтому это уже не тот период, когда мы должны где-то искать информацию, ходить куда-то, где на досках что-то прибито, и смотреть расписание, переписывать его. Сегодня информационный век, и поэтому вся информация мгновенно в ящике доставляется нам, но только в электронной. Поэтому первый шаг, точнее шаг номер два, который вам просто необходимо сделать, это зайти в свой электронный ящик, нажать на ссылку, перейти в бэк-офис и подтвердить почту. Сделайте это, пожалуйста. Кто не сделал, сделайте мгновенно. Почему? Потому что вы начнете от компании получать волшебные письма. И вне зависимости от того, насколько активно работаете вы, в данный момент зайдя, вы всегда получите ссылку на презентацию, узнаете, в какое время что происходит, какие новости у компании. Таким образом, вы всегда будете в курсе последних событий и сможете своей команде сообщить, даже если вы сегодня живете в очень далеком регионе от вашего спонсора. Большинство людей, которые сегодня у нас начинают бизнес, говорят, у меня есть огромное количество друзей и знакомых, но они живут далеко. Как же я буду с ними работать? Как же мне их спонсировать? Как помогать вести бизнес? Ребята, компания на 80% сделала эту работу за вас. Она дала возможность каждому человеку прямой связи с компанией, чтобы быть в курсе событий. Поэтому подтверждаем почту, и таким образом у нас уже наш бэк-офис становится очень и очень активным. Так, следующий момент, который необходимо сделать, это активировать soft team. Вы все прекрасно понимаете, мы работаем с вами в нише телекоммуникаций, и один из самых быстрых инструментов, который у нас доступен на скачивание, это великолепная программа soft team. Вы сможете активировать soft team. Для тех, кто уже купил пакет мастера, конечно же, у вас есть ваучер на пакет. Но что я хочу сказать? Soft Team – это программа, которая имеет постоянные обновления, и поэтому, если в данный момент у кого-то есть какие-то нерабочие моменты, ребят, подождите, пожалуйста. Компания наша сегодня очень быстро растет, и поэтому происходит иногда, что компания прямо на ходу подгружает, скажем, дополнения, какие-то обновления, и поэтому не у всех партнеров сразу какие-то нюансы работают 100%. Давайте по Soft Team пройдемся быстренько поподробнее. Значит, первый момент. Загружаем свой soft team и обязательно скачиваем приложение Java. Значит, как скачать soft team, у нас есть великолепные ролики. Ну, я вам таких два простых скриншота приготовила, потому что у каждого у вас есть раздел ComSuite, есть волшебная желтая облачко «Активировать сейчас». И чем быстрее вы это сделаете, тем лучше для вас. Делаете эту операцию на раз, два, три. Попадаете на окошечко, где у вас есть «Скачать на компьютер», выбираете 32 или 64-рядная система и скачиваете инсталлятор. После этого его распаковываете и под своим логином и паролем, то тем же самым, который вы указали при регистрации своего бэк-офиса, входите. И вот, уля-ля, у вас есть программа Soft Team. Это очень замечательно и здорово, потому что первое, что вы должны сделать, это как можно быстрее добавить своего спонсора, под его логином отправить ему запрос и пообщаться. Вы знаете, здесь на самом деле все начинается с таких простых шагов. Как только вы скачали soft team, поговорили со спонсором, попереписывали с ним в чате, если вы более продвинутый пользователь в компьютере, вы можете связать каналы soft team с Google аккаунтом и с Facebook, таким образом у вас будут сразу доступны три чата, и вы сможете, не выходя из soft team, переписываться со своими друзьями, а те, кто находится в данный момент в Гугле, скажем, свой Gmail смотрят или канал YouTube листают, вы сможете им позвонить. Это очень приятная вещь, вы будете серьезно удивлять своих друзей и знакомых таким вот моментом, когда они сидят, смотрят почту или смотрят ролик на YouTube, а вы хоп и им звоните. Вот. И отсюда, конечно, начинается много вопросов, как ты это сделал, я тоже хочу. И вы можете уже прямо сегодня начинать их знакомить с нашими продуктами. Для этого они по волшебной кнопке регистрация проходят, регистрируются аффилейтами и скачивают себе программу Soft Team. Или регистрируются гостями и скачивают себе программу Soft Team. И то, и другое, в принципе, сегодня абсолютно доступно.
Самое главное, что являясь аффилиатом, вы уже можете легко и просто своим друзьям рекламировать эти продукты. У нас в разделе «Продукты» есть прекрасная флеш-панель, которая показывает во всей красе, какие продукты у нас есть, что из этого проистекает, это ДТП. Поэтому я рекомендую, чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Для всех тех, кто технически не очень грамотен, никогда в жизни не занимался скачиванием компьютеров, обратитесь, пожалуйста, к более молодому поколению или внимательно посмотрите наши обучающие ролики. Сегодня в роликах достаточно информации. Если вы смотрите какие-то ролики, а у них, скажем, не совпадают эти ролики с тем, что вы видите у себя на панели, поищите на YouTube более свежие ролики. Их там предостаточно. Просто набирайте, например, SoftTeam, там декабрь, SoftTeam, ноябрь. И вам будет выпадать, собственно говоря, вот эта информация. И, конечно, самый главный четвертый шаг, который нужно сделать сегодня абсолютно каждому человеку, это скачать этот кэш на свой смартфон. Ребят, мы с вами пришли в такой момент, когда на рынке рождается совершенно новое направление бизнеса. Мало того, рождается то, что позволит нам сегодня создать резидуальный доход. И поэтому нет смысла сидеть и ждать, когда у компании выйдут свои смартфоны для того, чтобы скачать волшебный кэш. Делайте это прямо сегодня. Самый простенький, самый, скажем так, доступный смартфон сегодня стоит 2290 рублей, это XPA 350. Его вы можете приобрести в салоне связи. Это будет довольно-таки хороший, простой телефон, но с андроидом, куда вы сможете закачать этот кэш и уже с первого дня демонстрировать своим друзьям и знакомым. Поверьте мне, что приложение, скачанное на очень простой телефон, в кавычках скажу, дешевый, да, вам принесет гораздо больше денег, чем ожидание покупки дорогого телефона. Когда вы начнете зарабатывать деньги, вы купите хороший престижный телефон от компании World Global Mobile Network и сможете свой первый смартфон предложить в качестве промоушена для тех партнеров, которые только заходят в вашу команду, у них сегодня еще не очень с финансами, у них старенькие подержанные телефоны. Поверьте, люди их с удовольствием у вас возьмут. Поэтому начинайте действовать с первого дня, скачивайте этот кэш и смотрите, как это работает. Потому что как только вы начинаете понимать, как работает этот кэш, вы сразу более глубже начинаете понимать суть бизнеса компании. Как скачивается этот кэш? Вы можете скачать этот кэш с разных мест нашего сайта. Вы можете скачать этот кэш изнутри Google Play вашего телефона. То есть все зависит от того, как вы вообще разбираетесь с техникой. Я скачивала с Google Play прямо с телефона. Кто-то через телефон, через браузер заходит в свой бэк-офис, скачивает с раздела этот кэш. В общем, ребят, мест много, скачайте как вам удобнее. Самое главное, укажите свой логин и пароль после установки программы. И как только это произойдет, у вас сразу программа начнет работать на телефоне.